Объем работ большой. Только за один день они привели в порядок более 700 погонных метров на нескольких улицах. Многие сливные коллекторы не обслуживались долгое время. Только с одного такого коллектора было извлечено почти 1,5 кубометра мусора. Сейчас вот второй вот этот люк открыть не можем. Что это? Тросом пробовали машины, и порвался трос, как бы... Она, видимо, вообще не открывалась никогда здесь. Всего в Анапе находится около 10 тысяч погонных метров ливневой канализации. Она проложена от улицы Северная до улицы Владимирская и охватывает практически весь город. На этот период ливневой канализации по улице Северной было на всей протяженности улицы Северной было прочищено. Также улица Чехова от улицы Объездной до улицы Мира. Ну и вот, где мы сейчас находимся, по улице Ленина была тоже очистка ливневой канализации.